Накануне Архангельский водник одержал решающую победу над командой «Уральский трубник» со счетом 5-3. Тем самым наша дружина завершила борьбу в четвертьфинале в свою пользу. Итог серии 3-1. В ключевом матче у архангелогородцев отличились Сергей Калинин, Дмитрий Попутников, Александр Антонов и дважды капитан водника Евгений Дергаев. Мы изначально вышли на победу играть. Погода была не совсем хоккейная, но удачно угловые сегодня пошли, как никогда вовремя, забили угловые. Я думаю, выиграли спокойно сегодня и... С хорошим настроением едем на полуфинал. В полуфинал чемпионата России «Водник» вышел впервые за 12 лет. На этой стадии его уже ждет команда «Байкал-Энергия» из Иркутска. Сегодня в Архангельске с 9 до 18 часов частично перекроют движение транспорта в районе дома 22 по улице Самойла. Там будут спиливать старые тополя. Деревья представляют реальную угрозу безопасности пешеходов, поскольку нависают прямо над тротуаром. Сегодня в Архангельске откроется второй форум управляющей компании в сфере ЖКХ. Вместе с представителями органов власти они обсудят вопросы реализации приоритетного национального проекта ЖКХ и городская среда. Напомним, на благоустройство территории муниципальных образований, в том числе озеленение, освещение, украшение дворов и обустройство мест массового отдыха, в этом году направят свыше 300 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального и областного бюджетов. В отношении генерального директора котловской компании «Лавандерия К» возбуждено уголовное дело. Свыше двух месяцев руководитель предприятия не платила зарплату одному из сотрудников. Общая задолженность составила более 56 тысяч рублей. Межрайонная прокуратура в действиях Ивлевой усмотрены признаки преступления, предусмотренные частью 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По результатам прокурорской проверки органам Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении Ивлевой по указанной статье. Предстоящий пожароопасный сезон в лесах Поморья будет сложным. Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В этом году на защиту лесов от огня выделено 234 миллиона рублей, 160 из которых – средства областного бюджета. Следить за пожарной обстановкой будут с земли, воздуха и даже из космоса. Пожароопасная обстановка будет посложнее, чем в прошлом году. Утвержден сводный план тушения лесных пожаров губернатором Архангельской области, в соответствии с которым запланировано в случае необходимости привлечение до 3000 человек и до 2000 единиц техники. В Архангельской области 435 аудиторий для сдачи единого госэкзамена оборудуют системой видеонаблюдения. Будет установлено 870 видеокамер. Общественные наблюдатели смогут следить за ходом экзамена в режиме реального времени на интернет-портале. На территории Архангельской области в дни проведения ЕГЭ планируется оперативное дежурство 25 технических бригад. В Новодвинске 150 воспитанников детских садов приняли участие в городских лыжных соревнованиях. В команде от каждого учреждения 12 ребят. Каждый из них преодолел дистанцию в 100 метров. Подобные соревнования среди самых маленьких жителей города позволяют выявить подающих спортивные надежды ребят. Мне нравится кататься на лыжах, то, что они самые быстрые и самые различные. Я хочу в будущем стать настоящей спортсменкой и кататься на лыжах. Лучшими в забеге стали Максим Гузяев из 26-го детсада и Елизавета Быкова из 10-го детского сада. Сегодня в большинстве районов Архангельской области облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ветер юго-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха до 3 градусов выше нуля. Тип погоды второй – благоприятный.